Вот уже 3 года подряд совет многоквартирного дома номер 5 по улице Строителей организует праздничную елку во дворе собственного дома, на которую собирается детвора со всей ближайшей округи. На елке, организованной во дворе дома номер 5 по улице Строителей, взрослыми вместе со своими детьми веселье было хоть отбавляй. Более полусотни ребятишек разного возраста скакали, прыгали вокруг красавицы елки, исполняя известную песенку «В лесу родилась елочка». А когда внезапно прилетела откуда ни возьмись Баба-Яга, все вокруг пришло в движение. Надо было спасать ситуацию и выручать Деда Мороза. Сценарий дворового праздника написали сами жители. Сами стали исполнителями ролей Деда Мороза, Снегурочки и Бабы-Яги. Взрослые с удовольствием наблюдали, как веселятся дети, которым долго еще не хотелось расходиться. Ну а елка осталась стоять до последнего зимнего праздника, напоминая о подарках и хорошем настроении, подаренном совместным трудом детей и энтузиастов взрослых, получивших возможность тоже окунуться в собственное детство.